Ребятки, всем привет! Обзор покупочек у меня. Альма опять здесь все сняла, все переворошила, все вот так вот на полу, вся подстилка, весь одеялко. Ой, короче. Потом тогда уберу, ребята. Уже да подвинь, еще и рычит на меня, понимаете? Подвинься. Канатики тут твои. Иди на. Бежи. Смотрите, что понаделала. Это кошмар. Так, сейчас я стол подвину. Ребята, обзор покупочек. Сходила я за покупками. Фу, показываю, что купила. Половину цен не помню. Что почем? Чего стоит? Не знаю. Так, первый пакетик давайте. Что здесь у меня? Тут еще и на рынке кое-что покупала. А здесь у меня мясо. Это лопатка. Не буду доставать. Вот такой вот огромный кусок. Часть я хочу использовать на запекание, часть просто в морозилку. Еще не знаю, либо фарш хочу сделать, не знаю, что хочу сделать. Нужно немножко затарить морозилку, сделать какие-то заготовки, что ли. Ну, запрыгивай. Давай, садись. Что это мама принесла? Ребята, 180 гривен килограмм. Это на рынке в магазине я покупала лопатка. Вот такой кусмай. Сейчас Ласа приберутся нюхать. Нюхай пакетик. Так, потом еще вот такой вот кусочек мяса по 170. Они просто более мелкие, маленькие. Лежал, думаю, еще возьму. Вот вдруг будет мало. О, вообще, конечно, по-хорошему налепить бы пельменей своих домашних. И тут такой небольшой кусочек по 170 гривен килограмм. Более такой с салом, можно фарш, в принципе, из него сделать. Дальше. Дальше, ребята, я взяла один селедка. Одну селедочку. А, почем килограмм, не помню. Я помню, что одна селедка вышла на 84, что ли, что-то такое. Селедочка есть. Потом. Смотрите, что купила. Я камеру хоть там снимает. Ребята, купила лук. У меня на огороде своего лука полно. Но я купила, потому что мне нужно срочно, именно сейчас, для кое-чего. Вот, на дачу, заранее я что-то с собой забыла нарвать лука, вот, бежать на дачу, чтобы его нарвать не хочу, 15 гривен, я как раз копейками смотрю в кармане, о, 15, и я купила, ну, такой хороший, правда, пучочек лука зеленого. Так, потом, ой, вот такая вот капуста, это какая-то мини-мини. Килограмм, молодая капуста, килограмм 55 гривен. Есть там дальше, я потом, я 100 лет на рынке просто не была, не ориентируюсь в ценах, не знаю, цены поменялись. Там дальше была и по 60, но более крупная, красивая. Но с другой стороны, это какая-то наша местная теплица выращивает. Вот такие мелкие капусточки. Это так, по-быстрому какой-то салатик сделать такое, поняли? 4 штучки. Вышло мне 4 штучки на 30 гривен, по-моему. Что-то такое. Для салатика. Такая вот капустка. Ну, ты ж не ешь капусту. На. Ой, то лишь бы. Она ж, ты ж не ешь. Короче. На. Грызи. Овощи. Овощи. Ласа, на. На. Та, идите вы. Окружили меня. Так, дальше. Потом на салат я взяла редиску. Редиска у нас на рынке 50 гривен килограмм. Я взяла полкилограмма на 25, соответственно. Так. Дальше, ребята, огурцы. Такие корявенькие, но зато по 50 гривен. Беру всегда в одном месте. Это тоже наша местная тепличка выращивает. Они покрученные, кривулечки разные. Ну, если подольше там постоять, повыбирать, то можно поровнее выбрать. Ну, в общем, они самое главное, что вкусные и имеют хотя бы какой-то аромат. Видите, они такие страшненькие. Ну, на салат, в принципе, пойдет. 50 гривен килограмм. Здесь вышло на 30 или 35. Что-то такое. Так, огурцы есть у нас. Так. Это у меня здесь зонтик я брала с собой. Так. Потом в колбасном магазине я взяла колбаску, варенка. Мне почему-то не дали чек, поэтому я не знаю совершенно, что почем. Короче, просто показываю. Ленины любимые сосиски, называется малятко, килограмм, то ли 290 гривен, то ли что-то такое за килограмм.
Так, и взяла вот такую вот колбаску, называется чесноковая, чесночная. Я хочу на днях сварить гороховый супец. Вкусно! Вкусно! Дразню собачку, да? Так, и там же в этом магазине взяла кусочек масла на развес, 250 грамм. Вот. Потом на дорожке встретила знакомая, она салом торгует, купила сало. Ребята, в общем, здесь вышло на 143, что ли, гривны. Вот. Я не знаю, для чего я его купила. Наверное, засолить. Вот один кусочек и второй такой же. Можно один кусочек засолить, а второй вот фарш буду делать и добавлю туда сало. Так, это есть. Дальше. Один пакет куст. Что у нас тут? О, тут хотя бы есть чек. Здесь у меня супермаркет Сельпо, в котором я скупилась на 718 гривен. Так, я взяла йогурты. Пишет камера, не пишет. Йогурт белый молокия на подушке из ягод. Тут с клубничкой. Так, сейчас скажу цену, почем. Йогурт по 18,99, по 19 гривен. Здесь 140 грамм. Один такой, а второй тоже на подушке из ягод, вишня. На вишне. На вишневой подушке тоже 19 гривен. Потом по акции, я очень люблю миндаль в шоколаде, редко его покупаю, но сегодня была акция, думаю, ну грех не взять просто. Цена 35 гривен, их тут немного, это миндаль в молочном шоколаде. В молочном трюфеле. Вот, очень вкусная штучка. Прям вообще. Хочу один взять. Вот. Коробочка большая, а пакетик внутри такой вот маленький. Тут еще и пол пакетика. Короче, мало тут. Вот такие вот штучки. Миндалинки. Что ты ищешь там? Что там? Орешек. А кто туда кинул орешек? Дальше. Ласа. Не выдержала я. Я вам рассказывала недавно в видео, что Ласа бойкот объявила. Не ест, ждет вот эти кошачьи корма. Присела на них. Это кошмар. Голодает. Уже продолжительное время. Думаю, ладно, возьму одну пачку, короче. Такую взяла. Сколько она? Корм. 17,79. Короче, 18 гривен. Потом бананы у меня здесь в количестве 6 штук. Килограмм 70 гривен на 64 вышло. Альма, ты где? Так, бананы есть. Дальше, ребята, майонез по акции. Хороший такой чумак, 67% провансаль. Я взяла 1, 2, 3, 4. 4 штучки. Сейчас скажу, почем он. Правильно там цена была указана или нет? Да. По 13,99, по 14 гривен. 4 штучки на 55,96. Боже, что бесится, бегает Альма. Водичка, газировка вот такая с добавкой лимон-апельсин. Так захотелось. Мы ничего не поймешь. Не знаю. Ага, вот. Кошмар. 16,50. Вот. И еще водичка моршинская. Газировка, в общем. 21,30. Сюда. Ой, потом Леня захватила шоколад Милка молочный. Вот еще шоколад и Ш. Просто буква Ш. Точка 90. Мол. 30 гривен. Дальше. В акции сегодня в Сельпо Гомилка курячая. Я вообще, что в Сельпо пошла, ребята, хотела взять
гомилку, ну, куриные ножки, курка домашняя называется. Они там где-то 140 гривен килограмм или 150 стоят. Я из них варю наш любимый суп куриный с лапшой. Они вкусные. Вот, не было. Не было, редко привозят. Пришлось взять обычное, ну, просто ножки, гомилка, нас скажут, да. Сегодня акция 60 гривен килограмм. Вообще копеечная цена. Я, когда мне положили, мне неудобно там. Мне все говорят: Юля, там бери прямо нюхать. Говори, дайте мне понюхать. Я так не люблю вот это вот просить, дайте понюхать, потому что она вот так вот, этот, и все, у меня настроения уже нет. Поэтому думаю так, накладывай. Она наложила, я в сторонку ушла, делаю так дырочку в пакетике, носик туда. Вроде не воняет. Короче, и все, и пошла на кассу. Вот так. Бо они начинают нервничать, если просишь у них понюхать. Ну, не знаю. Вроде как ничего страшного, но тогда я начинаю нервничать. Оно никому не надо. Ни мне, ни ей, эта продавщица. Так, а что тут вот есть? Значит, килограмм 60 гривен. У меня тут вышло почти 2 килограмма на 118,90. Вот. И взяла я куриное филе. Я хочу сделать фарш. Вот как раз я часть сала возьму сюда, в куриное филе добавлю. Куриное филе за килограмм 159 гривен. У меня здесь вышло на 287,15. Общая сумма 700. А, я еще взяла бутылочку пива. Думаю, селедочка есть, хай пивасик будет. Вот такой вот оболонь. Короче, не можешь где ставить. Так, и цена его 25 гривен. Все. Короче, я посчитала, я взяла с собой 2000. И у меня осталось 70 гривен, то есть я потратила 1930 на вот это вот все. Вот такие вот у меня покупочки. Ну, немножко закупилась. Ходила без списка, чисто так вот, куда этот сам, что-то разболтанная, разбитая такая. Вот куда гляну, то и беру. Такое, надо, но мне не надо. Ну, короче, не, ну, в общем, нормально. Конечно, скажут: ой, зачем ты майонеза накупила? Ну, хай будет майонез. Ну, и мясо чуть-чуть взяла. Такое. Да, все, ребята, вот такой вот обзорчик. Спасибо, что посмотрели. Я знаю, что некоторые любят смотреть обзоры продуктов. Вот для этих людей я его и снимаю. Всем удачных покупок, выгодных акций. Все, пока-пока.